наш рассказ об отдыхе волгоградцев. Семья подполковника Черненко по традиции собирается провести субботний вечер в офицерском клубе. Программа вечеров клуба, как и вся его работа, учитывает интересы солдат, сержантов, офицеров, членов их семей. Об этом заботится общественный совет. Здесь всегда атмосфера праздничности и уюта. Партия в бильярд с друзьями по службе. В спортивном зале клуба уже начались соревнования по волейболу. А сюда не долетают звуки спортивных состязаний. Книголюбам нужна тишина. Ми, соль, си. Идут занятия в музыкальной школе клуба. Несколько уроков, и сын подполковника Черненко Саша освоит нотную грамоту. У его мамы, Славы Никитишны, свои увлечения. Умение элегантно одеваться и хорошо шить – большое искусство. В клубе постоянно работает университет марксизма-ленинизма. Среди его слушателей – подполковник Черненко. Лекции здесь читают опытные преподаватели, видные ученые. В воспитательной работе клуба особое место занимает этот зал воинской славы, где бережно хранятся реликвии города-героя, возвестившего миру о грядущей победе над фашизмом. Сюда приходят будущие воины, молодые солдаты, чтобы послушать рассказы ветеранов о великой битве на Волге. Подвиг героев бессмертен. Он увековечен в скульптурах и барельефах мемориального комплекса на Мамаевом кургане. Он живет в сердце каждого советского человека. Солдат, во всем живом на свете, к чему б меня не привело, солдат, ты жив. Ты жив навеки, я продолжение твое. Мы снова в клубе на очередном занятии драматического кружка. Только я бы это стихотворение закончила вот так. Солдат, во всем живом на свете, к чему б меня не привело, солдат, ты жив. Ты жив навеки, я продолжение твое. В тот вечер артисты художественной самодеятельности специально подготовили этот номер-сюрприз. Для кого? Вы увидите. Надоело, надоело слышать всюду то и дело песни о любви. Столько их, что не запомнишь, хоть милицию на помощь с горя позови. Целый день звучат новинки, им потерян счет. Продаются грамм-пластинки, радио поет. Целый день звучат новинки, продаются грамм-пластинки, радио поет о любви. Шутливая песенка «Сюрприз новобрачным». Сестрам-близнецам, их мужьям-офицерам. Thank you.
концертном зале клуба собралась вся семья подполковника Черненко. Выступает самодеятельный хор. Дни войны, сражения с врагами, вместе с нашей армией родной. Краченцы покрыли себя славой, охраняя небо над страной. Верные сыны, воспитанники Крач, трудности пройдем мы без помех. Выполняем честью мы задачи, летать выше, дальше и быстрее. Мы рассказали об одном вечере офицерского клуба, любимого места досуга и отдыха волгоградцев. Thank you.